Для того, чтобы сделать прическу к Новому году, вам необходимо иметь у себя несколько инструментов. Самые основные из них – это утюжок Гафре и обычный утюг. Обычным утюгом можно и выпрямлять волосы, и завивать. Это получается универсальный инструмент, который позволяет делать разные варианты укладок. Прежде чем делать прическу, нужно сделать прикорневой объем, иначе потом у вас это сделать не получится. Это делается утюжком Гафре. На утюжке Гафре на этом желательно должна быть регулировка температуры, чтобы вы не перегревали, не пережигали волосы. Оптимальная температура для прикорневого объема это 150 или 160 градусов. Как это делается? Волосы разделяются маленькими проборами в среднем по половине или по половине сантиметра или по сантиметру. Делается несколько движений, 2-3 движения. В среднем прорабатывается зона где-то 5-10 сантиметров. И так прядь за прядью прорабатывается вся прикорневая зона. Разделяем волосы по проборам. Средняя толщина пряди 2-3 сантиметра. Прежде чем работать горячим инструментом, обязательно волосы нужно обработать термозащитным спреем, который имеет фиксацию и защищает волосы от термических нагрузок. Сейчас мы укладку будем делать утюжком. Здесь температура где-то 180 градусов. Зажимаем, перекручиваем и плавно ведем вниз. У нас получились шикарные кудри на утюг. Время укладки заняло примерно 20 минут. Это вместе с прикорневым объемом. Эти локоны можно оставить так, немножко зафиксировать лаком. А можно из этой основы сделать какую-то быструю прическу. Также на Новый год можно сделать прическу. Как ее сделать быстро? Нужно сначала сделать основу, это локоны, на утюг или на любой другой инструмент, на морковку или на плойку. Желательно это все сделать тоже с прикорневым объемом. И уже из этой структуры собрать быструю прическу. Сейчас я покажу, как это сделать. Для того, чтобы прическа получилась красиво, нужно сначала ее примерить к лицу. Для того, чтобы прическа получилась красиво, нужно сначала ее примерить к лицу. Как это сделать? Нужно собрать волосы и расположить объем сначала внизу, посмотреть, как это будет выглядеть, поднять или сместить на какую-то из сторон. И посмотреть, как это будет выглядеть, и уже выбрать тот вариант, который больше подходит к вашему наряду и к вашему настроению. По сути, мы можем уже видеть практически готовый результат. Для того, чтобы закрепить прическу, нужны шпильки и невидимки под цвет волос.
того, чтобы прическа смотрелась интереснее, ее можно сделать асимметричной. Часть волос можно убрать на один бок, и это уже будет смотреться как собранная прическа и гораздо интереснее и элегантнее. Просто спиной и спиной чуть-чуть бочком одним, бочком другим. Бочком одним? Нет. Да. Угу. Да. Просто я боюсь, ты потом сама скажешь, что им тут у меня лицо, мне не нравится. Да, давай. Ага. Угу. Еще прикольно, давай. Ага.